Обувь. Вот, тоже я их, ну их попозже пускай. Вот этих вот я буду шаркать по апартментам. А вот те уже все. А вот эти уже все, они их выкинули. У нее одни были они, да, ничего больше не было. В начале, да, и я их всё. Без износа. Терла, и они их раз оденешь, и все уже грязное. Вот не знаю, от старости зашаркала я их совсем. Поэтому она, если видит, она берет. Да. Чтобы одни и те же вот не заносить, вот, как бы. Все, я их выкину уже. От мусор буду выносить, я их туда кину. Так, что вот там показывают? Сколько у тебя их, покажи? А, я уже показывала. Да, это когда было? Я надеюсь, я сделала это видео. А, вот новые у тебя. Вот новые, на собрание. Да. Еще тоже ни разу я не одела. Вот это вот недавно мы купили. Это я под юбку взяла специально, легенькие такие. Они прям ничего не весят. Прям вообще классные. Тоже мягенькие внутри. Странно так все. Вот как они делают это? Мягкое-мягкое. Не знаю, может, кому будет интересно, не знаю. Мне иногда любят такое видео, по-моему, меня смотреть. Покупки, вот вещи. Вы пишите, если что-то такое интересное, я, может быть, засниму. Просто в голову не приходит, например. И вот это новые. А вот это что-то черное. Вот. Это вот я ношу сейчас, прям мне очень нравится. Надо их вытереть. Они, видите, как бы похожие друг на дружку, потому что это... Эти вот тоже... А, новые не одевала. Не одевала еще. Раз позапрошлый, да? Ходили, купили. Надо их это отдирать все и тех, и приготовить, носить. Надо. Да, не работаем, ничего нет, и он меняем. Вот это вот, все, что вот, это все бардак. И нам его надо утрамбовать. Я, конечно, могу это и не показывать, но сам процесс, самый интересный, Фалькона Наташа, да, показывает, когда они что-то там покупают, что-то делают, это всем интересно. Поэтому, почему я должна это прятать? Ну, стола у нас нету, был, он был высокий. Мы его убрали. Вот это стоит тоже как бы. У нас вот нету. Сейчас поставим вот порядок, вот, да, сейчас мы его. У нас обеденного стола нет, потому что мы не можем найти такой, какой нам нужен. Да. У нас бы он давно был. Ну, я поковыряюсь на Фейсбуке. Дело в том, что нам нужен невысокий стол. У нас был типа барного стола. Вот такой, большой, вот такой. Черный, вот. Огромный, вот такой вот, да, стоял тут. В принципе, он был добротный, хороший, но. Он нам не подходил, потому что Света не могла на нем сидеть. Мы подбираем мебель под Свету. Тут еще разгрести надо, да? Пакеты после вчерашнего. И вот мы купили эту полку. Вот это вот сейчас все что-то уберется, короче. И вот чтобы вот эта техника вот как бы не набита там была на столах. Потому что вот там мало места. Так, два стола и... Вот она микро... Но она у нас сломалась, поэтому на полу сейчас стоит. Вот. А то будет вот такая столешница будет стоять, стол такая, полки. Еще вот вода будет внизу стоять, наверное, да? Ну, или вот соки всякие. А, вот еще хочу показать. Таблетки, конфеты, всякие. У нас хочешь. Набралось просто уже пакетик такой. Такие вещи, ой, как вон, там, смотри. Где... Так, что там? Шо-шо? Такие вещи, как адрес, фамилия и другие данные, здесь выкидывать в мусор нельзя. Поэтому вот я собираю письма ненужные, конверты ненужные. С аптеки нам лекарства приносят, чеки нам приносят. Ну, все это набираю, потом сижу и режу это. Ну, мы машинку купим скоро уже, которая режет бумагу, мы все никак просто не закажем ее. Вот. И поэтому я это все вот собираю. Да, чтобы потом лечу. Да. Иначе бы я давно это выкинула. Вот салфетка и протерчу. Да. Она вонючая, там термоядерная, да. Сейчас и я уйду. Thank you.
скальп. Ой, эти шланг надо отсюда убрать. Ого, на весь стол дурында. Ой-ой-ой. Да, она большая. Я думала, потому что она тоже уместится. Еще от стены, видишь, отступила, угу. Чтобы это... А она чтобы вообще она на весь... Мультиварка тут не пахнет. Сейчас я включу, мы еще раз ее попробуем. Здесь расставить все аккуратненько. Надо вот это все мусор, а это картошка. Так. Этот шланг мы сейчас закрою дверь. Дверьку закрою что-то. Так прохладненько-то, не сильно жарко. Солнечно. Что тут? Так. Вот надо. У тебя тапочки, да, с этой стороны. Подвинься немножко. А то у меня тапочка нет. Да, надо это. Ну, короче, вот так у нас. Здесь еще что-то. Вот, а это все должно быть в кладовке, по идее. Да. Ну, мы-то ухитряемся. Угу. Можно, конечно, купить вот такой шкаф высокий с дверьками. Можно. Но мы сколько смотрели, да? Они все такое дерьмовое качество, ужасное. Сейчас много очень таких ящиков стоит. С крышечками. Мы лучше поставим тогда уже эти ящички. Угу. Этот надо заменить под лекарство гораздо больше. Угу. Ну, пока так. Шланг уберем это в кладовку. Ну там они качество плохого, эти ящики все. Мы, а дорогие, нет, хорошие, они хорошие, дорогущие. Их просто разбирают быстро. Вот те, которые мы хотим. Ну, я где? Хочу. Я говорю, на сайте. А, на сайте? Нет, там. Нет хорошего. Либо дешевые качества, Г, либо вот, ну, они по 500, по 300 там такие. Ну, как-то у нас сейчас нет. Потом вполне можем купить, но не сейчас. Еще машину покупать и все такое, вещей вон сколько надо. Вот. Все. И мы сейчас как бы обживаемся, получается. Да я уже это давно говорю. Вот так получается. Что-то даже еще наверх можно поставить. Ну что, вот. Ну да, оно на полу стояло. Коробку вот такую вот. Я не знаю, что. Конечно, как свахи. Бомжи, да,